Хей, окей, свежевки, мы продолжаем проходить игру под названием Bloodstained. А я кое-что узнал. Нет, 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 куда не туда, куда идти дальше. А насчет этих странных, как они называются? Блин, как они называются? Я забыл. Ну вы поняли. Короче, как... снаряжение из даманской стали. Чё делать с этими хернями? О, нихрена себе. За хрень я имею в виду... как они... Блин, вот эти, короче, пыточные. Я не помню, как они там называются правильно. Кровавая... баба, вот это, короче. Дева, кровавая дева, во. Точно. Я понял, что с ней делать. Руку нужно было юзать. На нее нужно было юзать руку. Все. Все нужно. Все, что требовалось сделать. Так. Карта. Как там ставится? О, все. X. Так, короче, здесь мы изучили. Погнали. Нам нужно, короче, деву передвигать с помощью руки. Дальше куда идти? Я без понятия. То, что я знал, я только что сказал. Все, что я знаю, я сказал. Окей, полетели. А куда мы полетим? Мы летим. Короче, мне нужно летать там, где у нас немного неизвестные площади. Можем пойти за сундуком, в принципе. Как, можно сюда сбегать вниз? По фасту. Спуститься. Долго, ладно. Так. Та-та-там. Где у нас еще что-то не изучено? Я могу, в принципе, сходить за этим. Вот тут я был, да? Там закрыто. Сюда я могу сходить. Сразу забрать сундук. Потом вернуться в телепорт и отправиться вот сюда. А, за книгой. Может, мне еще одну дадут. Кто знает. Кто знает, может, мне серьезно дадут еще одну книгу. Почему я сюда не мог пойти? Там, где кусочек этот. А. Ясно. Сейчас вам покажу это все дело. Понятно. Во! Видите, она двигается, оказывается. Берет зверя. Берет зверя. Волк из кожи. Нет. Спасибо. Так, хорошо, дальше, куда мы не нужны? Куда далее? Я помню, где-то... Давайте, наверное, сразу буду метки ставить там, где у меня... Ой, стоп, тогда мне не тут, не так. А вот так, и тап. Так. Так, сюда. Так, я просто потом буду изучать именно часть карты, какой-то определенный участок. А, потому что за открытие участка этого нам даются с вами финтиплюшки. Ну, то есть для кольца специального. Апдейт, подожди. Даун.
Так быстрее просто. Так, я не помню, где парикмахер был у нас. Вот здесь, да, кажется, наверху. Если не ошибаюсь. Или вы здесь. Бля, я не помню, ладно. О, вот эту комнату тоже нужно. И эту комнату. А, там босс, точно. Вспомнил. Так, тут. Ой, не тут. Тут. Дальше тут. Нужно будет посмотреть, что. Так, там изучено, нет. Вот здесь нужно посмотреть, что. Так, там посмотрели, 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 изучили, изучили. Так, сюда поставить метку. Сюда поставить метку. В принципе, я больше не знаю, что мне делать. Короче, мы использовали, да, тогда на вратах? Где еще мы не использовали ключи? Вот мне интересно. Вот, кстати. Вот, место. Ой. Так. Что там хотя бы? Сейчас мы это быстро проверим. Поехали, мужик. Так, окей. По идее, там тоже нужно было ключ заюзать, да? Ключ ратного коня. Окей. А где нужен был ключ Селесты тогда? Черт. Как же это все дело сложно. О, вот еще место, вот, точно. Так, там пробежать, пробежать. Мы можем туда, в принципе, сейчас сходить. Давайте туда сейчас сходим. Пока мы не так далеко. Подожди. Не будет быстрее, если я сейчас вверх поднимусь. Не будет. Здесь, кажется, у нас пещера начиналась. Отлетает. Грива львам. Получено. Ну точно, можно здесь же посмотреть, уже сундучок есть. Конечно, это у него, походу. Ай-яй. Ай-яй-яй. Призыв не тропарян. А за это вообще по единице дают. Так что я правильно иду? Правильно, прямо идем дальше. Там мы дело высосали. Да, я теперь их просто ваншочу. Но это скорее просто слабенькие. Или нет? Эй, просто ваншотить это... об мою одежду. Эфир. Выпадает. Опа, длинный меч, подожди. Сейчас я еще длинный меч посмотрю. Точно, мы здесь не могли попасть там. Как раз на сундуке не показывается. Опа. Здрасте, максимум. Ом. Так, теперь мы можем сюда пройти. Меч стоять, снаряжение. Жало. А, колющее орудие, напоминающее жало пчелы, смазанное ядом. Ух ты.
Длинный меч. Длинный меч любит сол... Так, любимый солдатами. А ну-ка. Ни хрена себе. Ну, тип... О! Блинктаун. Драгоценный меч легендарного защиты и победителя. Защитника победителя. А ну-ка. Ну, он довольно медленный. И где мой любимый летающий меч? Понимаете, просто у него урон 18, но он херячит. Нормально, то есть. Ну, хотя не сильно. На, беру свой слав обратно. Не, он не так уж сильно отходит. Изумруд. Емкость. Мясное блюдо. Да. Чё-то я все равно не знаю, куда мне идти. Куда мне все-таки идти? О, помидоры с них попадают. Нихера себе. Помидоры — это хорошо. Его можно длинные мечи фармить. А, у меня удача 15. А, хорошо. Так, смотрите, что мы можем сделать? Нет, сначала так. Сначала так. Сначала так, сначала так. Я забыл, короче, где у нас находится этот мужик. Так, еще здесь. Давайте поставить нужно метку. На корабле у нас только там на... А, да, все. Показалось, что там еще проход был какой-то. Там туда на верхний попасть, потому что там закрыто. Мне нужно понять, от чего это ключ у меня. Так, так, так. Так, комната сохранения. Туда, сюда, сюда. Ага. Да, да, да. Это место еще нужно отметить. В принципе, я не знаю, на самом деле, вот. Куда пойти можно многое, а вот такое себе. Это такое себе. Ладно, давайте, короче, тогда наверх сюда. Бля, они просто... Они все ваншотятся просто в меня. Каменная маска. Нахера не вверх лезу. Кто знает. Нахера. Зачем? Мне бы найти что-то еще. Цена. Охрена сюда пришел. Здрасте. Здрасте. Бац, бац. Стой. Я могу просто быстрее это сделать все. Так, там у нас проход, мне нужно влево. Мне нужно влево. Окей, тут телепортик. Не, я не знаю, может где-то еще есть какие-то стены секретные, которые я даже не знаю. И куда я хотел сказать телепортироваться? Туда.
Там, где попрыгунчик был, там мы встретили этого мужика. Да, кажется, здесь. Да, он здесь. Снизу. Хорошо, еще ниже. Уносим по 50. Там ни хера. Кажись, я тупой. Кажись, немножко я тупой. Там у нас ни хера нету. Куда я иду вообще? Уже просто хожу, время трачу. Там нужно миллионер, миллионеренька, миллионерика. Ладно, сюда. Я сломал броней. Окей. Ну блин, ну это с моим мечом так не работает. Так не работает. Ну, все. У нас есть локация со старым этим. У нас есть босс, который в эльфе, который нападает на нас. Давайте сюда. А вот здесь, да, этот мужик с книгами. Сейчас к нему скажу, подойду, только скажу, типа, ну, все, давай мне еще одну книгу. А на кого мы хотели там взять? На фамильяра, да, нашего? Ну, в принципе, фамильяр полезен, с одной стороны. С одной стороны, он полезен. Похоже, тебе можно доверить, и можешь забрать больше книг за один раз, если хочешь. О, плюс еще одну книжку. Давай смотреть. А защита плюс тело. Блянт верующего. Шире разума, удачи. Благодаря, сильная удача. Наносили великие воины, ускоряет рост мастерства. Книга написана великим, так я повышаю приоритет опытом. Скорость движения, увеличит силу спутников, скорость обычных атак, повышает сопротивление с проклятием. А. Подожди, это плюс 30. Бля, от удачи обычный. Я лучше возьму удачу. Окей. Так, что теперь делаем? Осколки. Стик отражающий. Бац-бац-бац. Сейчас пойдем там, где нас неизвестно. Так. Чесночок. Чесночок. И рыбчок. А-а-а.
Ой, а эти осколочек отражающие мясорубка и электрикат. Готово. Ну, это, скорее всего, огнем дышать, как будто... Драконья ярость. Рвите врагов когтями дракона. А, ну, короче, как она вызывала драконов. Ну да. А нее смотрит только стеночка. Кольцо Ходока. Ну, блин, у меня такое уже есть. Зачем мне одно и то же давать? Фа-фа-фа-фа. Икс. Наверх я, в принципе, могу сейчас подняться. Куда сбегаем сейчас? Посмотрим, что там у нас. Может, там еще есть сундук. Блин, я не знаю, мне по сути нужно искать ключи и все так в таком духе. Если смотреть то, что у меня почти нихера не падает. Удручающе. Наверх. Наверх, 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 наверх. Стой, наверх? Да, наверх. Типа, пол должен все равно ломаться из-за моего костюма. А, смотри, там двери есть. Ни хрена себе. Как я ее сразу не заметил. Как я дверь эту сразу не заметил. Могу, если сначала сохранюсь. Да, там двери есть. Без понятия, почему я туда не ходил. Окей, сохранится. И я могу... Давайте сразу это сначала за синенькой сбегаю. Потом туда сходим. Мне кажется, там все равно такого ничего нету. Здесь битва с боссом была. Ну да. В принципе, да. Тут просто была битва с боссом. Так, сразу убираем этот. Чтобы не мешало. Ай, как я не заметил этот проход маленький. Ну там, скорее всего, просто что-то валяется, да и все. Ничего ценного. Как обычно. Давай посмотрим. Комната Селеста. Интересно, так кисенька. О. Ладно, что здесь? Не-не-не, подожди. Что это? За шкатулка. Вот это прикольная шкатулка. Это пока что на первом месте. Это, знаете, какая-то бальная. Не, вальс. Вальсная песня. Тоже прикольно. И последнее яйцо.
Ну все, в принципе, да. Запись я могу останавливать и продолжить, когда я пойму. Подождите, так видите, оно сразу открывает двери. Он сразу открывает двери, которые типа это. Стойте, может я все-таки... Я подобрал еще... Вот. А там босс, точно. Точно. Так, как мне... Икс. Постоянно забываю. Давайте сюда теперь. Телепорнусь. Это ж, блядь, сколько туда бежать. Окей. Типа, понимаете, мне еще в задании там нужно каких-то монстров, ну, демонов, скорее всего, в пустыне убивать. Ой, бля. Как это все сложно. Ну, благодаря удаче мне, типа, больше выпадает предметов с врагов. Если типа не могут попадать. Типа 30 это нормально. Так, окей, тогда мы куда идем? Подождите, а где еще была у нас? Сюда. Где мы еще с вами видели эту статую? Я помню, еще где-то была. На часовне, точно. Там шипастый почему-то потолок был весь, прям. Сомневаюсь, что там будет опасно, там очень. Так, что у меня поскольку стоит? Еретик, все нормально. У меня есть лифт. Мне нужно на самый низ. Сейчас мы, короче, полет возьмем и просто полетим наверх. Ух ты ж, ё-моё. Ау. Эгида панцирь. Инвентарь. Так. Стоять. Снаряжение. Эгида панцирь. Кираса, которая... Так. Обнуляет весь урон от ловушек и опасность ряды. Вау. А знаете, где это можно применить? Я вам скажу, где. Только сначала мне нужно попасть на другую сторону. Так, сюда. Сейчас я пробегу еще на эту сторону, посмотрю, что здесь. Типа, то, что защищает от ловушек, это очень хорошо. То есть, и мне не нужно стараться. Теперь сюда. Так, сохраняемся. Получается, я теперь могу пойти туда, где я хотел. Ну, типа... Стоит тут далеко телепорт? Ой, далеко, короче. Инвентарь. Полетели. Сейчас сходим туда и посмотрим, что там. И закончим. Если там ничего такого полезного, тогда... No my problem. There's no my problems. Блин, а туда еще бежать нужно. А где это хотя бы было, мне вспомнить еще надо. А то я так говорю, а я то... Ну, типа, помню, где она? По идее, она должна быть где-то здесь.
Или здесь? Бля, их не вспомнишь. Где-то баба была шипаста. Давай сюда, ладно. Напротив там это должен парикмахер быть. Я вспомнил этот моментик. Здесь напротив должен быть парикмахер. Поэтому нормально. Йоу. Итак, мы с ним немножечко сменим прическу. Так. А, то есть мы должны просто сесть. То есть так не работает, да? Помогу тогда сюда. Монетки дают. Две монетки там выпало, даже не одна. Даже не одна, две выпало. Так, юзаем полет. Где это? Да, это оно. Блять, мы проходим. Next локация. Это не оно. Черт. Ладно. Ну, сейчас прямо я. А, и чё? Где часовня была? Как же это сложно все. Просто бежал. Слушайте, а урон получается от, ну как говорится, там было сказано, что еще получать эти, имеется, ну, окружающей среды, было так сказано. Получается все-таки с той стороны, да? Раз, раз стоять. Здесь убираем сразу. Да сейчас просто по прямой обратно бежим. Ну ладно, может быть здесь потери немножко больше. Мастер кинжал. Лучше бы давали. Блин, нужно нафармить у кого-то где мастер меча вот этот. На ябе. Прямо. Но зато мы как немножко фармимся на по опыту. Хотя за это вообще ни хера почти не дают. Их убийство. Непомощная. Впервые вижу его эту атаку. Куда я? Нужно, короче, это поставить было костюм. А, я, по идее, здесь часовая, да? По идее, да. Бля, я не помню, где эта часовая херня. Да, на эти часы. Bloodsteel! Что? А, видите, там все в шипах. Так.
О! Bloodsteel! Не то делаю. Вот Эйзер. И вот Эйзер. И там переход на другую локацию. Давайте сначала сюда. Воронья шляпа. Т. Т. Escape снаряжение. Воронья шляпа. Черная шляпа. Пойди, я не знаю, может это создатель, может это еще кто-то. Но здесь просто шляпа. Ладно. Погнали тогда в ту сторону и заканчивать. Вот это переход на другую локацию. Скорее всего, выход с этой же локации, это находится на той стороне. Сейчас посмотрим. Восточная волшебная лаборатория. Архивы, демоны. Назад, стоять. Архивы. Демоны. Габ. Безобразный одноглазный демон. Мы типа на восток пришли. Огородник. Пускай у меня лучше будет больше защиты. Ну короче, да, это восточное у нас все. Все на восток. Там проход. Тупо обезьяна. Осколки мастерии набор. Вообще, там показано, что там есть проход. И давай не будем. Давай не будем начинать. Как ты туда попал? Приятель. Как мне к тебе попасть? Окей. Не хочет говорить. Так, осколки, отражающие, лесорубка, еда. Так, архивы, демоны. Так, Гушион, демон, принявший форму обезьяны. Хагентия. Крылатый золотой демон с необычным вкусом, так, вкусным и ароматным мясом. Что там? Карманник. Позволяет иногда вырывать предметы у врагов. Прикольно. Мне бы сохраниться где-то и закончить серию. Врата не хочу. Что упали туда? А, я запрыгнул. Good, nice. А еще один переход на локацию другую. Окей, давай.
меня уже время, мне нужно заканчивать. Глупые долгие загрузки. Давай, у меня там время. У меня время плюс мало места. Отлетаешь. Отлетаешь. Максимум 0. Зелье. Хила, походу. Лучше прически 2. Архивы. А, кража сзади. Бандитские техники боя позволяют проскальзывать за спину врага и украсть у них. Еще не знаю, ладно. Где сохранение? Мне нужно чертово сохранение. Восток. Добро пожаловать на восток, как говорится. Добро пожаловать на восток, ладно? Погнали, попалы. Ничего себе. Ниндзя. Погнать, архивы демона. Ниндзя. Ассасины с востока, ставшие монстрами. Рецепт, инвентарь. Окей. Хорошо. Какой ниндзя. Блин, я там проход открыл, я хочу туда. Окей. Вот так. Осколки. Поражающий. Осколки, отражающие. Лесник. Маска Кицуны. Снаряжение. Шляпа. Маска Кицуны. Подарок от духа лисы, хранящая сверхъестественную силу. Это сложно. О. Здрасте. Сложно. Везде эти чертовы врата. Тогда так. Инверс!
не хочу, я хочу сохраниться. Подожди. Можешь сохраниться? Я хочу сохраниться. Это все сложно. Для чего мне это место дали? Я ведь так и сдохнуть могу. Если так. Ой. Сохранение, пожалуйста. Надеюсь. Купим макаки. Демоны убиты. Мне их нужно убивать? Блин, ну мне кажется, у меня там очень большая серия выйдет. Еще две обезьянки, я иду вверх. Готово, все. Да, так я недолго выживу, чувствую. Так, как я туда хотя бы попал? Так, я через это, да, туда попал? Готово. Не лечится. Инвентарь. Он не сами же прыгает на свои эти. Ловушки или что это? Фух, неужели, неужели? Город, быстро, телепортируемся, сохраняемся, заканчиваем, все. В следующий раз я засниму только через... дней 6 игру эту. Ну что, мне нужно будет все отрендерить. Мне отрендерить нужно будет целые две игры, потому что я их уже прошел. Пипец, и куда мне теперь идти? Вообще, мне нужно как-то к тёлке той могилке выйти, подавать вещи, но я не знаю как. У ассасинов, может, вы задание выполнили, да, уже? О, картоха. Да-да, давай-давай-давай, расти. Have you learned? Here's good. What was it? Good. Okay, so it's... okay, okay, okay. Это хорошо, это хорошо. It's good to. So, what'll it be? Создать. I'll go with this. Чё у меня так мало зелий обычных? Ладно, давайте, короче, на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, желайте всем удачи и всем... только 79%. Ладно. И всем...